Я был очень напуган, когда на нас утром напала Юта. Я не знала, что делать, и как меня учила мама, в случае опасности, рой норку и прячься. Юта до последнего пыталась догнать нас и убить. Я боялся оставаться и решил просто убежать подальше. Скоро должна была наступить ночь. Мне нужно было как можно быстрее найти густой лес. А еще я очень сильно промок. Стало совсем темно. Дождь прекратился. И весь лес в три замолк на секунду. Я нашел подходящее место для того, чтобы спрятаться. Густые ели и сосны. Здесь я увидел отличное место для рытья норки. Правда, я еще очень голодал, но на ночные поиски пищи я не собирался отправляться. Ночью я никак не мог уснуть, хоть я и был очень уставшим. А еще я все время думал, что же произошло с мамой. Отстала та Юта от нее или нет? Все время снаружи слышались какие-то крики его и других динозавров. А еще, прислушавшись повнимательнее, я услышал, что кто-то ходит рядом с моей норой. И все время вынюхивает что-то. А вдруг это та Юта? Наступило утро, и, видимо, совсем выбившись из сил, я даже не помнил, как уснул. В желудке очень урчало. Мне нужны были свежие кусты смородины. Но я-то помню о ночных шорохах рядом с норой. Кто это? Что это? Рядом с норой кто-то сидит и ждет меня. Он еще пытается догнать меня. Подождите. Это Галик. Он всю ночь просидел рядом с норой и охранял меня? Охранник Галимим. Никогда не мог себе представить такого. Галик знал, что я голоден, и решил отвести меня к ближайшим кустам смородины. Завтрак был очень питательным и растительным. Я набил свое брюшко так, что мне снова захотелось спать. Галик решил отвезти меня на водопой. Осознавая, что после вкусного завтрака нужно обильно попить воды. Пока я пил воду,
Мой охранник в лице Галимимуса решил искупаться. Ну хотя бы мог подождать, пока я напьюсь. Безумный Галик. Я вспомнил, что мы хотели с мамой пойти на Титан. Мне нужно было как можно быстрее туда отправиться. Галимим решил в этом мне помочь. Ну чур я поведу. Я знал, что мама там, и она ждет меня. До Титана мы шли очень долго. То Галик меня перегонит, то я потеряюсь. На озере было очень тихо и подозрительно. Не было даже присутствия каких-то зухамимов, любителей здесь поплавать, или тех же спинозавров. Обойдя все озеро вдоль и поперек, мы не увидели никаких следов мамы. Мы слишком долго кричали и осознавали, что лишние крики приведут к беде. Немного устав, я прилег в елку. Проснулся от криков Галимимуса. Как оказалось, здесь по кустам лазила большая дилка. Меня чудом она не заметила. Галимим своим криками попытался ее увести подальше и запутать. У него это очень хорошо вышло. И мы решили, что здесь нам опасно оставаться, и лучше уйти чуть подальше от озера. Но, как оказалось, в дальнейшем это была не первая наша опасность. Где-то неподалеку проходил Джофт-Цератозавр, который, увидев нас, решил атаковать. Я чуть боялся, но я все-таки решил проявить свою храбрость. Сражение продлилось совсем недолго. Цератозавр был повержен. А Галик, чуть раненый, решил восстановить силы. Но Цераджов был, по-видимому, здесь не один. И вновь пришлось сражаться за нашу жизнь. Цера одержала победу, и мой новый друг Галимим был убит. Но оставалась еще мишень для него – я. Он погнался за мной. Конечно, он изрядно выдохся, но не отставал. Я пытался покричать и позвать кого-нибудь на помощь. Попытаться запутать его среди камней? Плохая идея, но попробовать можно. В один момент мне показалось, что Цератозавру надоело за мной бегать. Но не тут-то было. Он решил, что есть силы догнать меня и убить. Но густая растительность меня точно спасет. Хищник долго меня искал. Я решил, что не выйду из этих елок, пока ему самому не надоест охота.
Спустя еще минут 5 Фрутозавр решил не мучить себя в поисках меня и удалился. Немного переждав в кустах, пока на Титане исчезли звуки Цера, я вернулся к своему мертвому другу. Мне очень было жалко Галика, ведь он неоднократно спас меня, даже ценой своей жизни, последний раз. Да, он был неопытен в боях, хоть мог и дать отпор тем джурам. Мамы здесь не было, и я решил уйти туда, где 100% были стадо травоядных, и куда мама тоже может пойти. Озеро Близнецы. Давно уже сюда переместились травы, но вот только придя к первому озеру, я не увидел никого, только слышал крики Ют неподалеку. Может, стоит пойти на второе озеро? А вот на втором озере я встретил большое стадо травоядных. Здесь хоть и было опасно, но у меня это был единственный шанс на спасение. И уже немного побыть в безопасности. Здесь было тоже много дриозавров. И в принципе стадо меня дружно приняло к себе. Гарантия защиты не была обеспечена. Даже несмотря на то, что здесь рядом тоже было много хищников. Я вовремя нашел их и прибился к ним, так как стадо передвигалось на другую часть озера, а возможно уже стало делать миграцию. Я был в стадии, где было много адолтов. И даже я себя почувствовал крупным травоядным. Но все равно, ухо держать нужно на востро. Даже находившийся неподалеку гигантозавр боялся к нам подойти. Апексы постоянно отводили нас, малышей, покушать. Правда, и сами не отказывались от наших кустов смородины. И наш желудочек забивался лишь наполовину. В дальнейшем я решил, что я останусь в этом стаде, ведь это был пока единственный шанс на мое спасение. Тем более, я верил до конца, что моя мама жива. Юта, которая напала на нас там, на птичнике, мертва. Мама вышла на Титан и, возможно, встретила такое же стадо травоядных. И уже следует сюда, на Близнецы. Ну, а на этом моя история не заканчивается. Ну, а если тебе понравилось данное видео, обязательно поставь пальчик вверх, подпишись на канал. До новых встреч, пока!